так вот бархатный сезон в Оленевке, в трусах и в курточке. Нормально. Вроде как тепло на улице, плюс 18-20. Море вроде как теплое, но выходишь ветром холодным так хорошенько обдувает, что приходится одевать такие курточки. Вот на таком вот транспорте можно прокатиться за 100 рублей к морю. Привлекает на катер поплавать. Вот так вот здесь работают ребята на катер. Прям в машину прыгают. Тут вам и прогулки на катере, и дельфинарий, и подводное, и погружение под воду, дайвинг. Ну, кто желает, может, в принципе, любой человек попробовать себя в этом нелегком мастерстве дайвинга. Строители Кривбаса, бригада рыбаков, ремонт, построен на 1978 году.
синим. Да. Смотри. Это похоже на синим. Да. Посмотрите, берут и собак на прогулку, и грудных детей даже. А вот и камень-лягушка. Тот самый, ребят, грот 98 метров, самый большой, самый длинный, наверное, в Европе. В сентябре такого никогда не было. Я впервые такое вижу. В прошлом году в сентябре я здесь был, здесь не было вообще, ни одна машина стояла. И то это ребята были местные. Приехали там, по-моему, в Симферополь или откуда-то еще. А сейчас, ну просто. Конечно, контраст сумасшедший. И куртки, и шапки, и сапоги, кто что одевает, да, и купальники. Но это как зимой в крещение.